А это кто? Давай с тобой научимся задавать вопросы. Это кто по-марийски? Ты де кто? Молодец! На слово «кто» нужно сказать «ке». «Ке». И опять в слове красивый звук. Ке. Ты де ке? Это кто? Юкичи, ты молодец. Только запомни, в марийском языке вопрос «кто» ставится только человеку, а ко всем остальным ставим вопрос «что?». Мо. Ты де мо? Я очень постараюсь запомнить. Ты де ке? Ставим вопрос людям, а ты де мо? Ко всем остальным. Точно, ты де мо? Ты де пи? О, собака? Пи? О, пи. Кузель лимит? Олач, улам. Олач. А мой лимем лучик. Юкече. Салам лиже. Салам, салам, лучик. Юкече. Тачана, ты да ке? Ты да лучик, юкече. А мой комбо. Салам лиже, комбо. Салам лиже, лучик, юкече. А мой лудо. Салам лиже, лучик, юкече. Салам лиже, лудо. А куда вы так спешите? Пора, 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 пора. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Скоро вечер, домой пора. Тачана, смотри, утенок отстал, ножку повредил. Давай помогу его донести. Утка луда, а утенка как скажем по-марийски? К слову луда нужно добавить слово иги. Детеныш, и получится лудо. Иге. Лудыге. Утка луда, утенок лудыге. Комбо иге, комбиге. Комбо гусь, комбиге гусенок. Молодец! Ты все правильно сказал. Вот и дошли до дому. Отпусти лудыге, он сам дойдет. Тау, тау, юкичи. Пожалуйста, лудыге. Тачана, а сколько у утки утят? Айда, шутлина, сосчитаем? Ага, шутлина! Икот, кокот, кумот, налот, визот, кудот, шамот! Мняр лудиге? Лудиге, шамот! А комбиге? Икот, кокот, кумот, налот, визот, кудат шамот кандаш индеше, а комбиге индеше. Молодец, юкечи. А пи мняр? А пи олач икот. Мои олач икот. Икот, икот олач. А я так много сегодня узнал. Большое спасибо тебе, Тачана. Кого-тау! Чеверун! Это кто? Ты де ке? Ача, ава, оча, ава. Это кто? Ты де ке? Чачи, бачи, тачада. Это что? Ребята, вспомним, какие марийские слова сегодня узнал солнечный зайчик Лучик Юкечи. Мо. Что? Ты де мо.
это что? Чавла. До свидания, ребята! До новых встреч!